мастер кормовой сотрудников жилой квартиры. Здесь жило 6 человек. Находилось 6 подвесницы. Вот одна стойка. Ну, там девушка первая. На ней 3 уха, да? Ну, там вторая стойка, на ней тоже 3 уха. Вот так 3 кольца. Вот крючок, стойка, ну, это тоже. Он с этой стороны, они висели на цепи. Также здесь. Вот стойка, ну, вот здесь стойка. Три стойки, вот так вот тоже. Вот, мечты, тоже на цепях. Я просто живу для того, чтобы забрать. А то светится. Стремная станция финала отсека подсневая, поэтому сначала не снижая производительность за пределами людей. По левому борту пол гидравлики. Емкость жидкости 2 насоса, 2 гидропневматических аккумулятора. 2 кормовых торпедных аппарата номер 5 и номер 6. Здесь у меня одна машина. Значит, где-то еще 4. Управление системами и устройствами, в частности, вот пульт управления стрельбой. По команде ТОВ сберутся вот за это железо. Ну, наверное, думаю, сейчас Гарри получится, если не помогнется, да? И вот так по команде 3 дергают, значит, все торпедуешь. Обычно стреляли двумя сразу, чтобы если одна промахнется, вторая мерзкая торпеда. Вот. Про торпеду вам расскажут в первом отсеке, там есть. А здесь могу рассказать только, что зарядитель аппарата был не просто. Лодку, стоящую в базе у пьеса, дифферентовали на нос. Внимали металлую трубку и главное галактику по палубу притапливали. Вот. Арма выходила, ну как храмнистами работы, выходила из воды, торпедный аппарат главное выходил, да? Потому что это время не так. Выходила из воды, нет, не работает аппарат, например. И спирса краном, сюда, так сказать, хвостом вперед, снаружи записывали торпеды. И скрывание у него, чтобы обладать запуск. Вот вопросы есть?